Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции Парадайз Алания. Сегодня хочу представить вам хороший вариант под ВНЖ 2+1 с таким видом на зеленую территорию, видом на горы и на соседние блоки. Один из хороших комплексов в районе Тосмур. Тут три бассейна. Первый огромный бассейн. Также есть бассейн с правой стороны с горками. И еще дополнительный бассейн, но его не запустили. Там зона барбекю, теннисный корт, баскетбольная площадка, зеленая территория, которую я вам покажу. Итак, юго-западная сторона. Огромный первый балкон. 103-105 квадратных метров минимум полезная площадь вместе с балконами. Баймак у нас кондиционер. Мраморный пол. Продается с бытовой техникой и с мебелью. Синтезатор заберут. Мраморный стол. Кварцевая столешница. Все с доводчиками. Мебель, кухня, все новое установлено, видите, да? Бытовая техника Samsung, микроволновка, Hotpoint Ariston, холодильник и духовка. Также посудомойка. Стиральная машинка в другой комнате. Сюда покажу также вид. Есть также более эконом варианты под ВНЖ. Здесь у нас первый санузел. Вытяжка тоже есть. Родительская спальня. Тороплюсь, и за это на английском пока не снимаю. Другой ролик будет на английском также. Второй балкон. Тут были водопады, но там сейчас будет реновация, когда жители решат. В августе будет у них собрание. Вот теннисный корт. Отсюда вид более красивый, чем с другого балкона. Туда уже не буду тогда идти, вам показал. Вот зона барбекю, вот она, там видна. Там тоже есть вход, три входа. Один оттуда, один сверху и один снизу. Здесь сеть магазинов А101. Открытая парковка, а также крытая парковка под этим зданием. Есть лесенки. Также отсюда вид на горы. Проект был сдан в 2008 году. Выше 5 лет собственности, так что можно указать топу $200 000. Здесь встроенный шкаф. Вещи там нет. И главный санузел. Как вы видите, стиральная машинка фирмы Samsung. Есть также вытяжка. Высота потолка 265 сантиметров. Это спальня 11,5-12 квадратных метров. Полезная площадь вместе от стены до стены. Кондиционеров нет. Установлен только один большой кондиционер на все комнаты. Вроде показала. Спускаясь вниз, показываю вам территорию. Вот такого отельного типа проект. Строили датчане с турецким застройщиком. Два лифта. Это первый лифт, там второй лифт. Вот такой лифт со стеклянным панорамным окном. У нас здесь два входа, один спереди, а также отсюда. Там крытая парковка, 9 ступеней где-то. Где будет свободно, можете остановить машину. Тут пандус. Вот бассейн с горками.
полностью реставрировали бассейн, это новый бассейн. Там зона беседки в той стороне, наверху беседки, видите, да, вот беседки, много беседок. Огромная территория, сейчас я отсюда. Здесь есть также теннисный стол и фитнес. Еще сауна, хамам есть, но жители решили не пользоваться, и за это айдат 500 лир. Отсюда есть лесенка, которая поднимается наверх к тому бассейну. Также я могу сейчас отсюда спуститься. Там детская игровая площадка. Вот. Как вы видели, большая территория. Один из больших комплексов с огромной территорией в районе Тосмор. Один из моих любимых проектов. Качественно построенных, так как датчане инвестировали, строили турецкие застройщики. Было все под контролем. Вы можете сразу спуститься с квартиры вниз. Это другая дорога добавочная. Ой, здесь теннисный стол, фитнес. Генератор новый, кажется, заказали для того блока. Вот, заезжайте с машины отсюда. Останавливайте тут или в крытой парковке. Вот под зданием есть крытая парковка. Можете там, можете снаружи. Места всегда найдете. Перестановите машину. Итак, дорогие зрители, вот сеть магазинов А101, там сеть магазинов Шок. До рынка по четвергам в районе Тосмур. Отсюда где-то 500 метров расстояние. Прямо вот так выходите. Вот А101. По этой дороге к рынку, к морю. Расстояние до моря максимум 950 метров, 1 километр, скажем. До песчаного пляжа района Тосмур.